Девчоночки, привет! Давайте посмотрим, как прошла ваша чистка. Это для тех, кто делал какие-то чисточки, да? Так, первая у нас вышла руна ветер, руна замедление, руна дыхание. Ну, давайте еще одну. И очищение. Смотрите, то есть, ну, чистка у вас прошла 100%, но она либо еще в процессе, либо она немножко медленнее идет, чем бы вам хотелось, либо результат будет медленнее, чем бы вам хотелось. То есть, в принципе, у вас после этой чистки откроется реально второе дыхание. И действительно, вот тут прям, ну, очень-очень-очень классно она прошла. Я думаю, что вы использовали стихию воздуха, то есть какие-то заговоры 100%, да, либо чистку стихии делали, и у вас, девочки, открываются новые пути, новые дороги. То есть тут действительно идет, ну, такое хорошее продвижение. И я скажу, что даже больше вы будете видеть, у вас откроется канал магический, да, огромная трансформация, преображение, то есть переход из одного состояния в другое, то есть прекрасно. Ну, вот по руне замедления давайте все-таки еще спрошу, что именно хотят сказать. Не, ну тут все будет окей, но немножечко видно, еще надо чуть-чуть больше времени, чтобы был результат. Вот в чем смысл. Так что все, обнимаю.